Здорово, геймеры! Ну что, как ваши дела? Смирились с карантином? Решили, чем будете заниматься? Правильно, нет ничего лучше, чем покатать Fortnite. Сижу я на днях, играю, и возникает у меня такая интересная ситуация. Что же это? Выходи, я тебя не обижу. Вообще, мне кажется, через секунду это выглядело бы так. А еще через секунду получилось бы так. А вот вам еще один видос. Мне кажется, где-то я его видел. Если кто не в курсе, то это мужик в Англии, который переоделся в куст, чтобы заниматься своими делами. Мне кажется, что в нашей стране с этим кустом случилось бы нечто подобное. Run. Пельмень, я тебя слышал. Где ты? Сука, дверь за собой закрыл. Ну ничего, сейчас-то я тебя найду. Иди сюда. Это я сделал? Мне кажется, если бы в пулях были камеры, это выглядело бы как-то так. Я твой маму ебал. Ну а чувства в такой момент примерно такие. Сука! Вот нам смешно, а мужику-то реально больно. Ну и напоследок Мидас, владеющий телекинезом. Ну что, геймеры, надеюсь, вам понравился этот выпуск, и не забывайте про наш розыгрыш. Как только мы набираем 100 подписчиков, мы с вами разыграем 1000 V-баксов в Fortnite. Не забывай ставить лайки, подписаться на канал и написать комментарий, что тебе понравилось или что ты хочешь увидеть. Всем пока!